Добрый день, меня зовут Олег Володарский, и я хочу вам рассказать о методе обучения Леонида Люблина, который связан с пересдачей квартир в аренду. В свое время я был знаком с Леонидом, еще живя в Харькове, и прошел у него курс обучения. Он в свое время очень доходчиво рассказал, как можно зарабатывать дополнительных денег, пересдавая в аренду уже имеющиеся в наличии квартиры. Я тогда сотрудничал с Леонидом, квартиры у него уже в то время были достаточно качественные, и можно было вполне прилично заработать, пересдавая их каким-то знакомым, либо гостям города, приезжающим из-за границы. После этого я уехал из Харькова и жил долгое время в Израиле, потом в Америке. Сейчас я живу в Германии, в городе Нюрнберге. И всегда, даже находясь за границей, я успешно применял этот метод, независимо от того, где я работал. То, что мне нравится в этом методе, что ты всегда можешь заработать каких-то дополнительных денег, добавок к своему основному заработку, а если дела пойдут хорошо, то в принципе этот заработок может стать основным. Я рекомендую внимательно прослушать курс Леонида и могу подтвердить, что это действительно очень выгодный и удобный вид заработка. Спасибо за внимание. Auf Wiedersehen.